Для них слава непрозрачным только другого цвета. Ну просто я очень люблю мультик, в котором они есть. И мне очень хотелось бы игрушку. Как мультик называется? Малитл Пони. У меня есть такие вот мультики. Я черепашек ниндзя тоже люблю. Я фильм про них смотрел. Вот это свой. Это его помощник, это его жена. У меня есть вот такая собачка и вот такой вот домик на дереве. Ну, тут играют всякие девочки, лаварупсы, мальчики. У них есть дом с маленьким. Дом – это домашнее животное. Дальше идет дом. Вот это машина. Вот такие колеса. А вот это такие машинки буравы. А это такие машинки строители. Сейчас найдем лампу. У меня такая тоже была. Но я ее брала. А еще мне бы хотелось на что-то из вот такого вот набора. Такого. Это вот из мультика. Лидер Патшоп называется. Они там очень часто показывают песни и очень часто показывают мультики. Я их всегда нахожу на компьютере и очень люблю их смотреть. Там еще у меня, я так люблю тоже, что скачала про них игру. Какие вот интересные. Это такие роботы. Такие прикольные. Вот тут разные лего. Вот это. Есть у меня вот такая вот пища. Вот такая. Это там надо расставлять грибы и ходить фишками. И кто больше соберет грибов. Вот, там есть всякие препятствия, которые надо преодолевать. А в этой игре надо убирать медвежонка. Почти все равно, что за грибами, только тут надо собирать бочки с медом. Это не надо. Джек. Еще у меня есть вот такая вот игра и такая. Тут надо. Тут берешь карту и надо придумать. Например. Тебе попалась карта, и на ней написано «На пляже». И ты должен назвать, какое-то слово, которое есть на пляже, а потом передать соседу бомбу. И тот, у кого она взорвется, эта бомба, по-народному, тот должен брать эту карту. И тот, кто соберет 5 карт, тот выиграет. Например, тут тоже почти то же самое, только. Тут можно взять одну карточку и можно ее либо изображать, либо рисовать, либо произносить звук, который она произносит. Например, там нарисована кошка, например. Можно изобразить кошку, можно нарисовать кошку и можно произнести звук. Опять лего, по-моему. Вот этот 100% тоже лего. Это не из лего, вот это может быть лего. Ага, вот еще из лего ракета.
кресло из лего. Автоматы. Так. Это Чико. Денис. Еще момент. Хотелось вот такие вот пазлы. Тут надо собирать пазлы. Угу. Такие вот пазлы. А мне в той коробках есть такие пазлы, которые надо собрать, а потом их надо раскрасить. Мне бы хотелось такие пазлы, которые собрать и раскрасить. Это пазлы такие. Герои. Спайдермен, Бэтмен. Пистолетики. Персональненькие пистолетики. Это Чарльтон. Еще у меня есть какой-то из таких наборов, но у меня есть смурф на гамочке. Вот это вот. Вот это все смурф. Вот такие игрушки. Смотрите, как это не Там есть какие-то картинки, и из них надо выпихивать такие штуки. Из картинок надо выпихивать такие штуки. А потом их надо вот так вот брать шкафарчик, вставлять вот сюда вот и дуть. Потом они будут раскрашиваться, эти картинки. Вот такие. Ну как такие сбивать. Вот так как ты рыбалик ставишь, что ли? Кидали. Вот такая вот была. Вот кстати, сестра моя. Вот такой. У меня есть дом. Вот такое вот у меня есть. А еще у меня есть вот такая. Это тут надо проводить опыт. Ну тут надо делать всякие кристаллы там. Можно делать так, чтобы шар сам надувался, а не ты его надувал. Вот и тут всякие очень интересные опыты. Ну я бы хотел вот такой. И вот такой. Я беру машину. Это самый классный машин. У меня еще есть такой Angry Birds. Ага. Ну не совсем такой прям, а чуть другой. Вот там. Там другие доски. Там надо брать рогатку. И стараться так попасть, ну, брать птичку, ставить ее в рогатку и стараться так попасть, чтобы ты сбил сливку, а также ее строительство. Я бы такого еще хотел. А сколько времени? Ой, давайте же развиваться. Да? Да? Нет, я думала. Это телефон. Нет, конечно, не на самой, если даже вот.